Доброе утро! Выселковая мастерня предлагает вам еще одну идею. Как можно использовать гипсовый бинт? Из него мы будем делать вазочку. Для начала нужно разрезать гипсовый бинт на полосочки. Разворачиваем. Отрезаем. Разрезаем. Таких полосочек должно быть много. Основой для вазочки может быть любая миска. Накрываем пакетом и закрепляем его пищевой пленкой. Пленка нужна для того, чтобы гипс легче снялся. Чтобы ваза не была хрупкой, мы берем сразу две полоски. Опускаем воду, закручиваем жгут и выкладываем на основу. И так выкладываем жгутик за жгутиком. Диана мне в этом поможет. Благодаря жгутикам ваза будет выглядеть ажурной. Теперь нужно дождаться, чтобы гипс застыл. Гипс высох, и у нас получилась ажурная ваза. Вазу можно покрасить спрей-краской или любой акриловой. Вот так гипсовый бинт превращается в ажурную вазу. А те, кто хочет узнать о других поделках детской студии «Выселка», заходите на сайт www.выселка.lg.ua.